the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands. Ну что же, всем привет, дорогие зрители моего канала. С вами, как обычно, я Лил Плей. И сегодня мне так кажется, что я вас немного задолбал, потому что у меня на канале уже почти 500 видео, да. Это связано с тем, потому что... Ну, я так подумал, потому что загружать видео это круто. Да. И, возможно... Это, скорее всего, возможно, но это не точно. Это я вам точно могу сказать, то, что этого не произойдет. А знаете что? Скоро, возможно, будет новая рубрика на моем канале. Ну, кроме Майнкрафта и всего такое. И я так подумал, почему бы не снимать какие-то там, ну... другие видео, на второй канал тоже заходить. Но потому что я не успеваю на два канала сразу заливать по одному видео в день. Это безумно сложно. И поэтому мне нужна ваша поддержка. Ну, я даже не знаю, что еще сказать. Потому что это очень сложно. Я не представляю, как я это делал раньше, но... Как бы так сказать, у меня не будет видео всего лишь, ну, день, или два, или три. Ну, в общем, давайте-ка мы поставим цифру. Не будет видео у меня 3 дня. И, как бы, 3 дня вы же можете потерпеть? Я же вас верю. Вот, опыт это вы, а вы верите в меня. То, что я смогу это сделать. Ой, да. И я так подумал, то, что, ну, слишком много видео за 8 месяцев почти. Да, завтра нам исполнится нашему каналу 8 месяцев. И да, я вот сюда вот черепушку поставил. Это не серия. Да, это обычная... видео, где я с вами просто хочу разговаривать. Да, скин украли, это, конечно, ну как украли? Он, наверное, просто из 72 страницы, возможно, из перезагрузки модов. Ну, типа, слишком много модов. И вот так вот все получается. В общем, вы, наверное, поняли то, что меня не будет всего лишь 3 дня. На выходных я придумаю какую-то новую рубрику, и тогда я буду заливать видео только по выходным, потому что у меня еще много свободного... Короче, у меня мало свободного времени сейчас появляется, поэтому вот такие вот чили-доги. Да, это отсылка на новую рубрику. Да, вот такие вот пироги. В общем, надеюсь, что вам понравился этот нестандартный видеоролик. И вы оцените его, и поставите лайк, и подпишитесь на канал, если вдруг еще не подписаны. А также оставляйте свои топовые комментарии. И можем даже поотвечать на ваши комментарии. Всем до новых встреч. Пока!